Судебные приставы предложили повысить штрафы для водителей. Об этом заявил глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. По мнению чиновника, размер штрафа за нарушение правил дорожного движения должен быть минимум 500 рублей, а за превышение скорости и того больше. Цитата: «Ведь административное наказание – это карательная мера, неблагоприятные последствия для нарушителя. Значит, оно должно быть реальным. А 100 рублей вызывает вопрос, насколько такой штраф несет функцию наказания». Кроме того, в ближайшее время планируется наладить более тесное взаимодействие с Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения. Пока же не все документы по неоплаченным штрафам доходят до приставов. Рейды – одна из форм работы судебных приставов с должниками. Проводят их совместно с сотрудниками ГИБДД. На дорогах города останавливают водителей, проверяют документы и смотрят, нет ли задолженности по штрафам, выписанным сотрудниками госавтоинспекции. На сегодняшний день в Заречном около 4000 неплательщиков. Штраф каждого варьируется от 100 рублей до нескольких тысяч. Правда, в последнем рейде злостных нарушителей не встретили. Большинство тех, кого останавливали, правила дорожного движения не нарушают. Но были и водители с неоплаченными штрафами. Рассчитаться с долгами они могли прямо на месте. Если есть квитанция, мы смотрим, она совпадает с номером постановления на постановление ГИБДД. И человек просто отпускается, и все. Зеленый свет и шли в дороге. Если возбуждено было исполнительное производство, то к штрафу налагается еще исполнительский сбор в размере от 7%. Но, значит, как правило, не менее 500 рублей. Это согласно федеральному закону. Так человек устроен, чтобы избежать более сурового наказания. Водитель, конечно, заинтересован будет на месте оплатить штраф и спокойно ехать дальше.